Че, всем привет! Я тут прикупил книжку, не знаю зачем. Я говорю тихо, у меня мать за стенкой, не слышу. Вот я вот, значит, биология, 9 класс. Купил ее, значит, ну, чтобы расширить свои знания. Ну, я эту книгу купил на рынке за 90 рублей за дешево. В общем, тут что у нас, значит, вот. Ну, здесь животное какое-то нарисовано. Так, сейчас посмотрим. Так, ну, тут с прошлого хозяина я бэушную покупал. Значит, так. Не знаю, что у нас там дальше. Биология, где-то класс, учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Вот. Издание 4-е, исправлено. Под редакцией проф. Ломарева. Так, что у нас тут еще? Вот такая вот. Разные животные, разные какая-то. Кого всего. Введение в основы общей биологии. Наука о живом мире. Так. В общем, как я говорю, вот, у меня насморк постоянно. Так, студился. Извините, пожалуйста, за такой объем текста. Такой в первом параграфе. Тут кто это у нас? Жан-Батист Ламарк. Это какой нет? Какой-то известный биолог. Ну, в общем, текст тут довольно мелкий, я не знаю, для кого это делает. Чё ты молчи? Ты запорол все видео.